Итак, всем привет, с вами снова Влад, приложение Sweetcoin. Приложение Sweetcoin – приложение, где вам платят за то, что вы ходите, делаете шаги, платят вам Sweetcoin. Sweetcoin – это токены, будем называть Sweetcoin, не знаю, правильно или нет, называю. В дальнейшем Sweetcoin превращаться в криптовалюту Sweet. Вот, оно будет идти одно к одному, ну, когда будет листинг. И на данный момент вы ходите... Ваши шаги конвертируются в свиткоины. За свиткоины вы сейчас можете в магазине приобрести, там, не знаю, продукты разные, там, одежку какую-то или какую-то цифровую технику, в зависимости от того количества свиткоинов, которые у вас есть. Этим летом будет генерация, и ваши свиткоины превращаться в свит. Вот здесь видим написано новая криптовалюта, которую вы создаете своими шагами. Свит будет доступен любому пользователю Sweetcoin. Событие генерации токенов может быть крупнейшим в криптоиндустрии. Приложение, которое вознаграждает ваши шаги, теперь Свит. 900, больше 90 миллионов зарегистрированных пользователей. Прогнозируют еще плюс 100 миллионов пользователей. И приложение, которое, как мы видим, номер один на... в 36 странах. Также множество ребят спрашивает о том, какие проекты можно залететь, если не особо есть много денег, то смотрите, это как раз хорошее приложение для того, чтобы в него зайти. Здесь нету никаких рисков, вы никакие свои деньги не потеряете, как в том же приложении Stupin, да, в которое я вложился больше $1000. Я купил один кроссовок там за 600, потом за 300, еще за 280. И еще до сих пор не все деньги свои отбил. В этом же приложении Sweetcoin вы ходите, зарабатываете вот эти вот свиткоины, потом переводите их в свит, и, конечно же, этот свит уже будет иметь какую-то ценность. Ну, так же, как и ваши, в принципе, монеты Sweetcoin. Долларов не дает мне покоя, вы только, в принципе, вдумайтесь. Приложение, которое, в принципе, еще не стартовало, полноценно, можно так сказать, они уже продали... Через свое приложение товаров больше, чем на 70 миллионов долларов. Это, ну, большая сумма. Давайте теперь посмотрим, с какими брендами или компаниями работает Sweetcoin, чтобы убедиться, насколько оно крутое. И что уже можно приобрести сейчас на Marketplace. Первое – это бренды оздоровления и физического отдыха. Бренды wellness и активности. Здоровье и питание, одежда и оборудование для фитнеса, Reebok, Adidas, Porsche, фитнес, здоровое питание и питание, The Protein Works, My Protein, Race, фитнес-приложения Daily, Burn, Auro, Fit On, и также подписка на продукты для здоровья Dollar, Shave Club, Lumin, Noom, Smile Direct Club. Для этих брендов знание того, кто активен, является огромной частью их маркетингового требования. Привлечение клиентов – это таргетинг на аудиторию. Но это естественно, потому что эти бренды заточены под спорт. Спускаемся ниже, и написано, как получить токены Sweet. Самое простое – создание кошелька в криптовалюте, в мероприятии по генерации токенов. В принципе, мы это разбирали в прошлых видео. Вы просто берете, скачиваете приложение. Под этим видео есть моя реферальная ссылка, можете через нее перейти, скачать приложение, зарегистрироваться, и, в принципе, вы ходите и собираете эти токены Sweetcoin. Вот. А в дальнейшем берете и, в принципе, переводите и регистрируете свой кошелек. Это, в принципе, довольно просто. Заходим в приложение Sweetcoin, заходим в Market, сверху видим Shop, Donate и Crypto. Переходим в крипто, нажимаем на крипто. И вот видите, я уже свой кошелек создал. Там ничего сложного. Там просто нужно подтвердить электронную почту. Вам на электронку придет какой-то код. Вы его вводите, подтверждаете. И, в принципе, у вас созданный кошелек. И ждете, когда можно будет перевести ваши свиткоины в свит. Криптовалюту свит. Как я говорил в прошлых видео, за каждые 1000 шагов вы получаете один свиткоин. И здесь мы видим за каждую подкоину, за каждый свиткоин в вашем кошельке вы сможете претендовать на один свит, не теряя баланс свиткоина. То есть, к примеру, если у вас там
1000 свиткоинов, то эти 1000 свиткоинов, благодаря этим 1000 свиткоинов вы получите 1000 криптовалюты свит. И при этом не потеряете свои свиткоины. Так вы будете иметь 1000 свиткоинов и 1000 свита криптовалюты. Здесь мы снизу видим шаги, по которым можно, так, приложение доступно в этих странах, постоянно добавляем новые страны, вводите или создайте учетную запись, теперь, когда вы успешно загрузили приложение, создайте или вводите свою учетную запись, так, кошелек Swift, перейдите в Marketplace, затем крипто, ну, то, что я все рассказал уже, вот, и там, конечно же, есть еще, почему-то двигайся, так, начни ходить, чтобы зарабатывать свиткоины в приложении. За каждую в вашем кошельке вы получите разное количество платы на мероприятии по генерации токенов, не теряя ни одной из ваших свиткоинов. То есть, если у вас, как я говорил, 1000 свиткоинов, они перейдут, ну, благодаря им вы получите 1000 свита и будете иметь и 1000 того, и 1000 того. Оставайтесь на связи для получения обновлений. Экономика пота движется быстро, мы не хотим, чтобы кто-то пропустил. Следуйте за нами в наших соцсетях или зарегистрируйтесь, используя свой адрес электронной почты. Партнеры: Spartan, Oak Block Dreams Ventures. Это венчурная компания, довольно-таки серьезная. Electrical Capital. Сейчас перейдем в их Litter Paper. Белый лист. Вот, скачиваем. Вот, получается, документы от их. Можно здесь ознакомиться, почитать все это. Вот, я, соответственно, переведу и для вас, и для себя, так мы будем точно знать, что все правильно поймем. Вставляем. И видим один маленький шаг для человека. Мы создали для вас совершенно новый способ заработка, совершенно новый механизм создания стоимости. Каждый имеет равное право на заработок и внести свой вклад в новую экономику. Пот увеличивает физическую активность. Мы не хотели бы утверждать, что пот делает мир более здоровым. Имеется приложение Sweetcoin. Связь между здоровьем и физической активностью является одной из корреляций, а не причинно-следственной связи. Люди, когда люди становятся более физически активными, они чаще улучшают свое физическое здоровье и в других областях. Пот может дать толчок этому, петляя положительную обратную связь для физического и психического здоровья человека. Учтите, что цель пота. Мы хотим, чтобы люди двигались, потому что мы надеемся, стимулируя один фактор, способствующий общему благополучию, что мы можем сыграть одну роль в обеспечении этого благополучия большое количество людей. Оно криво переводит, ну, поэтому надо знать английский язык. Думаю, в принципе, с этим разобрались, что Sweetcoin говорит о том, что люди более активно начинают двигаться, при этом получают какое-то вознаграждение. И при всем при этом это не дает 100% гарантии, что люди будут как бы полностью здоровыми. Вот. Это как бы дает больше процент того, что они улучшат свое физическое состояние. Следующее, что нас интересует, первоначальный свит будет доступен соответствующим пользователям, которые смогут загрузить приложение Sweetcoin. В начале первого квартала 2022 года у Sweetcoin было 65 миллионов пользователей. Рано. Май 2022 год, это было 76 миллионов. Количество пользователей быстро растет, и мы ожидаем, что это продолжится, поскольку мы только что начали нашу глобальную экспансию. План увеличить количество стран, в которых доступно приложение, с 75 до 160. К событию генерации токенов Swift мы ожидаем прогнозируемого минимум 137 миллионов пользователей. Так, сейчас нас интересует генерация токенов. Копируем, вставляем. События генерации токенов Sweetcoin. Sweet Foundation предложит каждому пользователю Sweetcoin подписаться на получение одного свит за каждую подкоину. За каждый свиткоин вам дадут одну криптовалюту свит в своем кошельке, без сжигая свои монеты. Без, ну, понятно с этим. TGE состоится в третьем квартале 2022 года. Sweet Foundation будет чеканить только Sweet, сколько будет соответствовать количеству потовых монет пользователей, которые подписались. Теперь разберемся насчет пользовательских данных. Как вы знаете, когда регистрируешься в том же, не знаю, каком-то приложении, вы вводите свой там номер телефона, электронку, и, конечно же, некоторые сайты это все, короче, кому-то продают. Вашу электронку, ваш номер телефона, и вам потом звонят какие-то индусы и пытаются вам что-то толкнуть, продать.
Не знаю, как в той стране, где вы сейчас живете, но у меня сейчас так в Англии. Постоянно на работе названивают и что-то мне пытаются втолкать, продать. Переводим, читаем. Сила вам. Ваши данные принадлежат вам сейчас и навсегда. Свиткоин никогда не продавал пользовательские данные, не будет. Свиткоин Foundation создаст платформу, с помощью которой свит-владельцы смогут монетизировать свои данные. Вот, это нормально. С помощью этой платформы владелец Свит может, например, выбрать привлечь медицинскую страховую компанию, которая заплатит за доступ к данным об их перемещениях. Владелец Свит может внести свои данные в совокупль данных, что приводит к таким функциям, как глобальные индексы активности. Страховщики, врачи, академические институты, инвесторы будут платить за эти данные, и вы, создатель и владелец этих данных, получите вознаграждение. Данные будут взимать плату за запуск сервиса. Мы верим в часть нашей миссии. Мы считаем, что каждый человек должен владеть данными, которые он создает, и, владея им, увеличивать собственную награду за перемещение. Что я сейчас прочитал? Это то, что вы можете, как бы, по сути дела, продавать свои данные, как вы двигаетесь, сколько вы двигаетесь, какое у вас состояние здоровья, что вы смотрите, какие у вас интересы. Как бы вы можете это размещать, типа, получается, в свиткоине, и эта информация будет каким-то компаниям интересно, каким-то университетам, медицинским учреждениям, и они за эту информацию будут платить деньги. Так это все выглядит. Ну и вот еще информация, я ей уже делился. Так, здесь сказано, что один свиткоин вы будете получать за 1000 шагов, так как сейчас идет. Получается за 5000 шагов. Через 2 года за один свиткоин получаете 5000 шагов. Через 5 лет 16 тысяч шагов один токен свит, и через 10 лет 45 тысяч шагов для того, чтобы получить один токен свит. То есть вам надо будет ходить в 45 раз больше, чтобы получить всего лишь один свиткоин. Что касается их токенов, 20% уходит на команду. На экосистему уходит, на приват сейлс, как видите.